Знаешь ли ты, что скоро пройдут местные выборы? Не знаю, так как я не живу здесь, но еще поинтересуюсь. Да, знаю, скоро пройдут местные выборы. Не знаю, не информирован. Да, знаю, что скоро пройдут местные выборы. Не знала, что скоро будут местные выборы. Да, знаю, что скоро пройдут местные выборы. Если бы ты была взрослой, хотела бы ты быть примаром? Да, я хотела бы быть примаром, потому что это интересная работа, есть много возможностей. Если бы я была взрослой, я бы хотела быть примаром, чтобы меня знали все. Если честно, не хотел бы, так как это политика, это очень тяжело. Чтобы быть примаром, нужно быть ответственным. Если бы я был взрослым, я бы хотел быть примаром. Если бы я была взрослой, конечно, я бы хотела быть примаром. Я бы не хотела быть примаром, так как нужно иметь много ответственности, чтобы руководить городом. Если бы я был взрослым, я бы хотел быть примаром. Если бы я была взрослой, не хотела бы быть примаром, потому что нужно быть очень ответственной, чтобы руководить городом, селом, страной и так далее. Если бы ты был примаром, что бы ты сделал? Я бы сделал больше парков с цветами, деревьями и запретил бы автомобили на дизеле. Если бы я была примаром, я бы сделала улицы, дороги, школу. Если бы я была примаром, я бы сделала, чтобы был мир у нас в стране, чтобы было чисто и красиво. Сделал бы уборку в городе, запретил автомобили на дизеле, сказал бы, чтобы относились лучше к природе. В первую очередь дороги. Во вторую, хотелось бы побольше мест для работы. Если бы я была примаром, в первую очередь ремонтировала бы дороги в нашем городе, сделала пожертвования для бедных семей, посадила бы растения. Хотел бы изменить город, сделать парки для отдыха. Сделала бы уборку и сказала бы людям быть более дружелюбными.